Господь, мы благодарим Тебя, Боже. Ты Духом Святым с нами, Боже. Ты ведешь нас, благословляешь. Господи, мы сейчас молимся Тебе и просим, чтобы Ты наполнил наши сердца Духом. Господь, прими нашу хвалу, славословие, поклонение, прославление. Пусть небеса над этим местом будут открыты, Бог. Спасибо Тебе, Господи, за это время, то, что мы были вместе. И сегодня вот это служение, которое мы будем проводить, пребывая у ног Твоих, Бог мой, благослови нас. Во имя Иисуса Христа, наполни нас, Дух Святой, наполни нас. Хвала Тебе, слава Тебе, честь Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Прославим Господа. Аллилуйя. Благо есть славить Господа. Давайте вместе прославим Его, потому что Он достоин Бога. Аминь. Благо есть. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою везде. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою везде. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец, Ты мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец, Ты мой Творец. Возвожу мои очи горам, возношу мои руки к небу. Я познал, что Господь велик, и на земле и выше нет. Возвожу мои очи горам, возношу свои руки к небу. Я познал, что Господь велик, и на земле и выше ней. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец, Ты мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец, Ты мой Творец. Благо есть, благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою везде. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою везде. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец, Ты мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец,
жертву Твою, Иисус. Мы благодарим Тебя, Господь, за ту жизнь, которую Ты нам дал, Иисус. За то, что мы здесь сейчас, Господь, стоим перед Тобою и можем прославлять Тебя, Господь. Ты дал нам возможность, Господи, войти в святое святых и молиться Тебе, и знать, что Ты нас слышишь. Поэтому мы благодарим Тебя за Твою кровь, Господь, которая была пролита за каждого из нас. Поклоняемся Тебе, Отец. Поклоняем наши сердца перед Тобой, Иисус. Аллилуйя, Господь. Спасибо Тебе, Иисус, за все. Славим Тебя, Господь. Превозносим имя Твое на это место, Господь. За жертву Твою, спасибо Тебе за жизнь Твою, спасибо Тебе за милость Твою, спасибо Тебе, Иисус, спасибо, спасибо Тебе за жертву Твою, спасибо Тебе за жизнь Твою. Спасибо Тебе за милость Твою, спасибо Тебе, Иисус, я Тебе поклоняюсь. Я славлю Тебя за Твою кровь, принимаю Духа Святого. И славлю Тебя, Ты мой Бог, я Тебе поклоняюсь. И славлю Тебя за Твою кровь, принимаю Духа Святого. И славлю Тебя, Ты мой Бог, Спаситель Христос. Спаситель Христос. Спаситель Христос. Спаситель Христос. Спасибо Тебе за жертву Твою. Спасибо Тебе за жизнь Твою, спасибо Тебе за милость Твою, спасибо Тебе, Иисус, спасибо Тебе за жертву Твою, спасибо Тебе за жизнь Твою, спасибо Тебе за милость Твою, спасибо Тебе, Иисус. Я Тебе поклоняюсь и славлю Тебя за Твою кровь, принимаю Духа Святого. И славлю Тебя, Ты мой Бог, я Тебе поклоняюсь и славлю Тебя за Твою кровь, принимаю Духа Святого. Славлю Тебя, Ты мой Бог, Спаситель Христос. Спаситель Христос. Спаситель Христос. Спасибо Тебе за жертву Твою, спасибо Тебе за жизнь Твою, спасибо Тебе за милость Твою, спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за
за жертву Твою, спасибо Тебе за жизнь Твою, спасибо Тебе за милость Твою, спасибо Тебе, Иисус, я Тебе поклоняюсь и славлю Тебя за Твою кровь, принимаю Духа Святого. Славлю Тебя, Ты мой Бог, я Тебе поклоняюсь. И славлю Тебя, Ты принимаю Духа Святого. И славлю Тебя, Ты мой Бог, я Тебе поклоняюсь. И славлю Тебя за Твою кровь, принимаю Духа Святого. И славлю Тебя, Ты мой Бог, я Тебе поклоняюсь. И славлю Тебя за Твою кровь, принимаю Духа Святого. И славлю Тебя, Ты мой Бог, Спаситель Христос. Спаситель Христос. Спаситель Христос. Спаситель Христос. Я Тебе поклоняюсь и славлю Тебя за Твою кровь, принимаю Духа Святого. И славлю Тебя, Ты мой Бог, я Тебе поклоняюсь Тебе. И славлю Тебя за Твою кровь, принимаю Духа Святого. И славлю Тебя, Ты мой Бог, Спаситель Христос. Благодарим Тебя, Господь, за все эти дни, которые Ты присутствовал с нами, Господь. Спасибо Тебе, что Ты работаешь с нами, Иисус, за то, что Ты показываешь нам, Господь, где-то наши ошибки, Господь. Где-то Ты, Господь, просто
благословляешь нас и говоришь о том, что есть в нас, Господь. Ты показываешь, Господи, и минусы, и плюсы. Где-то, Господь, обличаешь, где-то милуешь, Господь. Спасибо Тебе, Иисус, за ту работу, которую за все эти дни мы получили от Тебя. Мы благодарны Тебе, Господи. Спасибо Тебе, Дух Святой, что Ты здесь, что Ты присутствуешь среди нас. Мы нуждаемся в Тебе всегда, Дух Святой. Без Тебя мы не сможем делать ничего, Дух Святой, потому что мы не стоящие рабы, Господь. Мы делаем то, что должны сделать, Иисус, и вся слава принадлежит Тебе, Господь, и все славы этой конференции мы отдаем Тебе, Господь. Мы приносим эту славу Твоим ногам, Иисус. Мы хотим быть у ног Твоих, Господь, всегда. Мы хотим всегда оказаться у Твоих ног, Иисус, потому что там наш рост и наше благословение. Спасибо Тебе, Господь, за Дух Твой, за Дух Твой, в котором есть только огня, Дух Твой, который есть истина, и Он приходит и учит нас истине, Господь. Он открывает нам истину. В Твоем Духе всегда есть, Господь, только истина. Научи нас пребывать в этой истине. Научи нас жить по истине, Господь, по Слову Твоему. Во имя Иисуса Христа, Господь. Потому что Ты свет нашей жизни. Когда Ты вошел в нашу жизнь, Господь, мы оставили все дела тьмы. И мы имели жизнь, Господь, во свете. Благослови нас, чтобы мы в этом оставались. Потому что Ты сказал, и вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Аллилуйя, Господь! Слава Тебе, Дух Святой! Мы нуждаемся в Тебе. Мы очень нуждаемся в Тебе, Дух Святой. Аллилуйя! Дух Святой, в Тебе я нуждаюсь. Дух Святой, ожидаю, прикоснись, мое сердце открыто, наполняй, наполняй своей силой слова, Дух Святой, в Тебе я нуждаюсь. Тебя ожидаю, прикоснись, мое сердце открыто, открыто, наполняй, наполняй своей силой и словами, Дух Святой, в Тебе я нуждаюсь. Прикоснись, мое сердце открыто, открыто, наполняй, наполняй.
Служителя, пожалуйста. Слава Господу, амин. Бог дал нам чудесное время, мы прошли. Я обещал вам, что очень быстро пройдет. Очень быстро прошло. Работал Бог с нашими сердцами. И знаете, что очень интересно и очень, опасно обижаться, потому что я часто, когда Бог мне употребляет или что-то говорит, я смотрю, ну вот пришло обличение, обличил, человек закрывается, обижается, такого не должно быть, потому что вы здесь, чтобы меняться, и когда я кому-то что-то говорю, я не говорю для того, что мне хочется это говорить, а говорю для того, чтобы вам, ну, чтобы вы изменились. Поэтому если есть какие-то моменты, и вы почувствовали, что вы на меня обиделись, я радуюсь, потому что кто меня обрадует, да, кто меня, значит, какое-то действие идет, потому что кто радует меня, не тот, который получил обличение, это радует меня, если человек, получив обличение, кается и принимает решение жить по-другому и поменять свою жизнь, аминь. И прежде чем мы помолимся, и служителя здесь, прежде чем мы помолимся, я хочу делиться маленьким буквально словом, может быть, к этому времени Рузана освободится. И, был такой Иоанна 5 главы, описывает одну историю у купальни Вифезда. Помните, это то место, где ангел Господень сходил, там собирались, там были такие ворота, там собирались много людей, множество больных, хромых, разными ситуациями, разными положениями жизненными. И туда, вот в этой купальне сходил ангел и смешивал воду. И в этот момент, кто бы туда ни заходил, исцелялся. Вот сегодня это место Вифезда. А здесь Дух Святой.
Здесь каждый раз, вот когда ты будешь проходить через этот ручеек, ты будешь понимать, что ты вот находишься в этом водовороте, где Бог тебе сейчас возьмет и полностью, полностью поменяет твою жизнь, исцелит. У нас у всех много вопросов. Я это понял, когда было этот, как называется, интервью с пастором. Забрали с меня интервью, ох, и интервью вы взяли у меня. Ну да, у меня после этого я не мог этот, разобраться, вы все мои коробки открыли. Я потом их пытался закрывать и найти себе коробку, чтобы там прятаться хотя бы чуть-чуть. Но вы понимаете, когда Иисус пришел туда, вот смотрите, все ждали ангела, когда ангел начнет воду, ну, как бы возмущать. И все ждали этого ангела, у всех были скованы глаза на эту воду. Вот когда же, когда придет ангел? А туда пришел Иисус. Сегодня в этой Вифезде Иисус. И он увидел одного человека. Сколько лет он там лежал? Долго. 38 лет, да. И представляете, он подошел, ему говорит, ты хочешь, на самом деле ты хочешь быть исцелен? Вот сегодня у меня вопрос к вам. Вы на самом деле хотите быть исцелены? Вот реально, здесь исцеление не идет только физическое. Здесь духовное, душевное, физическое, любое, в разуме, в мыслях, в дальнейшем жизни, получить благословение, укрепиться. Это мне помогает. Молодец, ты помоги мне правильно. Да, правильно. Вот если вы хотите полностью получить вот это полный комплект, пакет акций полностью получить, вот этот бонус, который сегодня Бог приготовит для нас, вам надо вспомнить мою первую проповедь, которую я здесь сказал и показал. 5-литровая бутылочка и перевернутый стакан. У Бога много благословений для нас. Просто сегодня вам надо стать вот таким огромным, огромным сосудом, чтобы туда можно было наполнять. Иисус ему говорит, ты хочешь быть здоровым? Он говорит, да, Господь, но у меня нету человека. Представляете, наша ошибка, то, что мы всегда видим где-то человека. Нужен человек, нужен человек, везде нужен человек, человек нужен. Но мы при этом не должны забывать, что нам нужен Христос. Без Иисуса Христа мы не можем ничего делать. Я сейчас не могу проповедовать, говорить слово. Притом, вот несколько дней подряд я говорю слово. Я вчера домой приехал, я говорю, Господь, это чудо, как так можно? Вот просто выйти и говорить, потом опять выйти и говорить. Потом, почему? Это Бог, это Иисус, это Дух Святой, который с нами. Это Его помазание, которое на нас, которое учит нас и двигает. И если мы сегодня будем понимать такое, вот пусть за меня сестра Тая помолится. Если сестра Тая помолится, точно будет. Вот этот момент пусть сегодня у нас уйдет. Здесь Христос, амин. Здесь помазание и сила Духа Святого. На этом месте Его огонь, Его помазание и сила. И это будет нас менять на этом месте сегодня. И это очень важно. Поэтому, знаете, Бог Духом Своим Святым, Он работает с нашими сердцами. Вот я с вами проходил, да, я так иногда жалею, что кого-то нету, кого-то не было с нами, кто-то с нами не прошел. Но я, почему? Потому что вот эти три дня, сегодня третий день, я с вами прохожу вопросы общения там. Я смотрю, Бог со мной больше работает. То есть Бог со мной тоже работает. И очень важно, чтобы мы понимали, Бог эти дни предварял нас. То есть он хочет, чтобы мы были как Он. То есть его, в Его образ нас ведет. Поэтому, а кто Он? Кто Иисус? Это любовь. Это любовь. Понимаете, очень много зависит от того, насколько мы открыты, насколько мы ищем ощущение. Вот возмущать вода – это ощущение. Понимаете, нам не надо никакое ощущение, хотя Бог дает эти ощущения. Без проблем, Бог дает ощущение, и мы понимаем, что Его помазание здесь, Он касается, Он меняется судьбы, жизни. Я не знаю, может быть, ты стоишь на таком перекрестке, что тебе надо принимать правильные решения, или разные вопросы. Но Иисус говорит, ты на самом деле этого хочешь.
вот ты на самом деле хочешь этого, если ты хочешь, возьми постель свою и иди. То есть возьми, прими твое чудо. Прими сегодня твое чудо. Вот здесь служителя, слава Господу, что пришли люди, чтобы послужить нам и помолиться. И я понимаю, 100%, каждый из вас возьмет то, для чего пришел. Каждый из вас просто примет то, что он хочет принимать. Каждый из нас уедет отсюда совершенно другим человеком. Я меняюсь. Я буду другим человеком, вы будете другим человеком. Потому что иногда вот так вот из молодежи такое скажут тебе, что ты просто смотришь, думаешь, ты почему это сказал? Надо было тебе это сказать. Но, а я понимаю, Бог через это говорит. Мы друг другу говорим, мы обличаем друг друга, мы как-то учимся вместе жить, как-то учимся вместе, проходя этого, получить какой-то урок от Господа. Поэтому я хочу, чтобы Дух Святой сегодня даровал нам это мощное служение, чтобы сегодня Иисус сам послужил нас. Чтобы через руками братьев и сестер, которые здесь будут молиться за вас, чтобы Дух Святой послужил вам, чтобы Дух Святой коснулся, чтобы это помазание вы ощутили и поменялось в вашей жизни. Амин. Поэтому вот эти несколько дней Бог приготовил наши сердца, чтобы мы могли, проходя через этот ручеек, мы имели благодать. Я недавно делился с одним человеком. Я говорю, вот мне кажется, уже ручеек не стоит делать. Он говорит, слушай, люди, вот молодежь, ради этого и приходит. Что они знают, что последний день будет ручеек. Я говорю, я не знал это. Но оказывается, это помогает. Оказывается, это очень важно. И знаете, номер один, то, что я хочу, чтобы вы сейчас поняли, вам будет служить сам Иисус Христос Духом Святым через руками братьев и сестер, которые будут служить на этом месте. Номер два, Бог даст вам столько, сколько вы способны взять. Если у вас все закрыто, вы какими пришли, такими и уйдете. И номер третий, это очень важный вопрос. Сатана будет пытаться украсть это. Храните, что возьмете. Это очень важно. Храните, что возьмете. Потому что если ты даже получил у тебя взять, сатана будет пытаться украсть это у тебя. Чтобы, вот как мне вопрос задавали, да, там говорят, куда ты идешь, там вот то, третье, четвертое. Вот этот момент всегда есть, присутствует, и враг будет все время атаковать, а Бог будет смотреть, как ты это все хранишь, насколько это тебе нужно и важно. Аминь.